Тверской области семьям с детьми предоставляется больше 100 различных мер поддержки. Найти свою субсидию могут все жители региона. Вот только разобраться в таком количестве различных мер очень сложно. Однако теперь в регионе появился семейный помощник. Подробности далее. Очень многие своих льгот не знают. И этот портал удобен тем, что это та точка, где можно найти все. То есть не куда-то бежать или звонить в соцзащиту и спрашивать, а что мне положено, а зайти на этот портал и посмотреть, ну, как бы все, что полагается, чем мы можем воспользоваться в настоящее время. Это портал, где собраны все меры поддержки семей с детьми. Сайт новый, потому не идеальный. Сделать его действительно удобным помогут только пользователи. 8 сентября портал протестировали многодетные мамы и руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Главная фишка сайта – так называемый калькулятор льгот. Это небольшая анкета, заполнив которую, пользователь получает список мер поддержки, актуальный для его семьи. Дальше нужно лишь кликнуть на конкретную меру и узнать, где ее можно получить. Я узнала о нем на форуме муниципальных образований, и вот те семьи, которые в течение вот этих дней ко мне обращались, я их уже туда перенаправляла, и они находят там ответы на свои вопросы. То есть обратная связь пошла, то есть они пишут: «Да, все, спасибо, мы нашли». А также на портале собраны все актуальные для родителей новости. Найти этот сайт очень просто. Его адрес – тверская семья.рф.